Зори, заходим в павильон «Надпись России». Направление. Как мы сохраняли эту коллекцию? Мы ее сохраняли даже в самые голодные, тяжелые времена. То есть, с одной стороны, это то, что создает наука, это таблица Менделеева. И русская земля содержит все, что есть на Менделеева. А понимание химии дает возможность сегодня говорить о здоровом питании. Представлю господина Ружера Ареста, который занимался изучением этой плески, и он расскажет о ней дополнительно. Спасибо. Поздравления. Очень красиво. Вы можете попробовать дающийся козырек. Вот он прямо впереди. Татарских лебедей. Ну, и нужно сказать, что у нас всегда дружба народа. Коллаборационные антиуниверситарии в этом секторе очень важны. И поэтому я считаю, что очень важны сотрудничество у него как работающих при университете. Очень большое.